не заходит прямой и не знает ничего про тебя, интересно. Нет, просто есть люди, которые не смотрят проект, а просто меня знают. Я Серега Трахтарев. Ой, блядь, идите нахуй, блядь. Как вы думаете, работали с пятым? Естественно, с пятым поселиться. Ну, я ходил минут 20 назад, ну, ложились. Ну, может, они не спят, а там любят. Вот честно, я вот еще какое-то оскорбление будет, я просто сразу в бан буду кидать, потому что задолбали засорять мой прямой эфир. Куда кидать? В банк? В банк. Что такое банить? Почему это слово? Бан? Ну, черный список, бан. А это откуда пошло вообще? Откуда пошло? Всегда интересно, если какие-то слова новые. Слушай, ебало у тебя, давай до свидания. Достали вот, блядь, вот честное слово, идите нахер. Привет, серенький, красавчик наш. Ладушки. Жаба душит. Согласна. Саша, привет, одноклассница моя дорогая. Извините за мой мат, потому что я уже не могу это читать. Вот это ребята, как вам моя причесочка? Все тут, конечно, я тоже не с бесконечными нервными клетками, поэтому, пожалуйста, привет. Поберегите меня. Из Сунтуков, ребятки. Привет. Из Сунтуки, это, по-моему, Ставропольский, да, край? Когда вот такая дичь происходит. Просто я не понимаю, как бы... Что люди пытаются мне донести, что-то когда как... они пишут это мне? Как бы я не хочу сейчас как-то себя завысить, просто я, привет, где привет, я, а дорогой, где привет. Они? Привет. Просто я не знаю, если бы мне там, я не знаю, Бузова сказала что-то, я бы сказала, я бы еще подумала. Если бы мне кто-то из коллектива привет, это начал говорить, если бы мне мама сказала, привет, я бы подумала как об этом дела? Еще. Когда Лен, мне пишут, хорошо. Не знаю кто, как у тебя? Почему я должна как-то, ну, да, извините, читать это и терпеть? Как ты, хорошо. Твоя пьяная пара с Блюмом, спасибо большое. Как дела, Сергей? Да, отлично. Потому что вот так вот. Потому что ты козла. Потому что есть особенные люди, которые считают, что они такие крутые и могут себе позволять ругаться. Рядом Валерия и наша. Спасибо. Привет, я ты же из Краснодара, да. Муа, Верочка, я тебя люблю. Очень симпатичная. Спасибо. У тебя я заметил, наверное, много завистников. И есть такой, может быть, в какой-то пойдем степени. На свидание. Нью-Йорк, пойдем. Эфир, привет, Иришка, сестренка. Привет, как дела, Ириш? Я, кстати, собираюсь в Германию прилететь, наверное, тракторист, в следующем году, сколько в январе. Пишу тебе, молчишь, к тебе хочу на проект. Только мне надо взять визу. О, пишите кастинг менеджерам. Пробивайтесь. Я, к сожалению, не могу за ручку всех заводить, девчонки. Она уже здесь. Кто она? Я тебя приглашаю погулять по Москве. Завтра видос с тобой выложу. Замуж собираешься 18 лет. Трактор, ну, не знаю, дарит. Как бы, если честно, я не хочу... А, понял, братуха. А мне скинул? Я тебе серьезно говорю, пойдем. Приходи на проект. Я, наверное, не смогу. Приезжай, Ульянов, спасибо. Того, чего я смогу там достичь, например, 20 или 21 и сыграть красивую свадьбу. Я просто хочу очень красиво ее отправить. Лепчик приезжает в Краснодар. А Wi-Fi работает? Сочи, рядом с как почему у тебя, да, дела, хорошо. Я посчитали нужно. Я пришла на кастинг, сказала, что мне 18. Я в качалку хожу. Я сказала, что мне 17. Мне сказали, приходи, когда будет 18, а через день мне написали, типа, все, заходи на проект. Спой, что нет, извините. Да. Зимой ты уже сберу. Я не хочу на проект, хочу с тобой, наверное, познакомиться. Я, если, как бы, к сожалению, я нахожусь на проекте, если только знакомства любые связывают меня с проектом. В какой-то степени, если я полюблю кого-нибудь. Скину завтра, окей, там, окей, серенький. Намутится, и это будет очень замечательно, если моя жизнь пойдет. У нас все хорошо. Не пытаются донести тебе, что у вас холодно. Извините. Своей жизни у них нет, вот и сидят, комментируют. Пойду видимо, спать, братья. Давай, братуха, во вторник увидимся. Африка против тебя проголосовала. В Краснодаре у нас погода. Пойдем. Близняшек, потому что они с ними очень было хорошо 25, Африка, днем было Елена, 25, вечером 11 градусов. У нас в Москве очень тепло сегодня, даже жарко. Там, как Лена? Лера в инсте? Лера, как ты в инсте подписана? Лера, нижнее подчеркивание, X. Лера, нижнее подчеркивание, X. Блюм сейчас занят. Сергей, привет, приветики, ну ладно, печаль. Сколько от... Ангелина, дура. От груди? Свадьбу на... По полтинник ну, не знаю, я да много нет, я не на жму. Самом деле хочу... Как ты, отлично. Свадьбу, можешь но... помахать mm-hmm. мне и сказать привет, Иночка. А вот свадьба, привет, Иночка, от Сереги. С Дома-2. Спасибо большое, Брюха, у вас и было. Ну, чем в Сочи занималась? У работала, отдыхала.
Нью-Йорк. Работала я давно. У вас в Нью-Йорке. Просто, знаете, там так работаешь. Вот. Привет, дорогой. Там привет, любая Розочка. Работа – это сплошной отдых. Очень клево. Блин, что-то меня рубит. Что-то я прихворал, мне кажется. Давление скакнуло. Скакнуло. Будет свадьба с Блюмом. Спасибо, зайка. Не за что. Все, может быть. Сочиняешь песни? Разве что, когда я не в себе. Мягко сказано, не в себе. Учишься? Да, я сейчас на заочном обучении. Валера, давай соединим эфир. Мы увидимся на день рождения? Валерчик. Да, я прилечу. Валерчик, в... давай соединим. Песни сочиняешь? О, Ангелина. Я помню. Утром рано встала я, но спит еще планета вся. Это нельзя петь. Это все скучался по мне. Это все очень. Здесь должен быть. Все, где сердце? Серега, ты... такой добряк, здесь, очень здесь. Приятно смотреть на тебя, спасибо. Мне Валера, сегодня ударил, было тепло, а к вечеру ветер и прохладно. Позор, окошечко. Понятно, Ириш. На кого учишься? Смотрю, пока что дом 2, ты прошел в ЧГ. Да, что... первый этап прошел. А я узнала, что люди там передай, пожалуйста, мне привет меня, а я как бы человек, Люда, который не умеет. Людочка, привет с дома 2 от Сережки. Не очень часто. Что с голосом? Скоро немножко Оксана все, выйдет в эфир. Походу, видимо, как немножко. Она быстро говорит. У меня другой вопрос. Что у меня с бровями? Почему они такие темные? Мы накрасили сегодня так. Ты мой хулиган. Дурачок, а не хулиган. Рост тут Валера подсказывает, сука, сучка. Я ж жар бросила. Ты воды. Просто посмотрите. Просто посмотрите на него. Малая, зря секреты все свои рассказывай. Банька греется у сеструхи. С какого это ты не... города? Знаешь, на чем? Это несправедливо, что участник не голосует. А, правила не мы устанавливаем. Лера. Лера, ну, Лера Таратория. Если честно, они не против. Ты наш дурачок. Слышь, Лера, они теперь пишут, ты наш дурачок. Хочу с тобой познакомиться. Сергей. Зачем тебе Валеру ударил? Да мы просто с ним дрались, и он случайно попал. Хоть и ты. Ну, типа, не прям дрались, а типа, как бы, я подойду, там его стукну, он тоже как бы... Сегодня типа, в таком настроении, ты хорошим разговорчив всегда бы так. Но, к сожалению, не всегда хорошее настроение. Привет. Светик, привет. Сережа, привет. Дурачимся. Катя. Вчера было интересно, играно ли все... Всегда было интересно, наиграно. Я с Краснодарского края. Я знаю, что не вы. Есть люди, которые прям реально переигрывают. А кто там, покажи. Да тут только Лера, что ее показывать, по телеку не видели. О, Гелька, привет, малышка, как дела? Нашла свою судьбу? Ты зазналась уже и на все норм вопросы не отвечаешь. А какие норм вопросы? Я на все вопросы не отвечаю. Привет, ты очень милый. Спасибо, привет, Сергей, здравствуй. А-ля... Ты классный, ты супер, ты обожайка моя, зачем спасибо. Это что это за мерзкие классный, вопросы? Спасибо, вообще? Спасибо. Может, вы меня спросите, какого цвета у меня вагина? Вот серьезно. Я думаю, розового, Валер. Серьезно? Да. Не, ну вы серьезно? Классный. Вы такие тупые вопросы круто. Задаете, как бы иногда. Приезжай. Мерзкие, противные. У меня как я должна на них отвечать? Дом строит. Кто там говорит рядом? Это тракторист. Привет, сложно Германия. Лежит под камерами 24/7. Я тебе сейчас сначала лайк, было очень сложно. Спасибо. Сначала было очень сложно. Кочервяха, привет! Кочервяха к тебе зашла? Да, привет от меня. Вот, а как бы... А потом привыкаешь, как бы я привыкла. Пожалуйста, даже в туалетах камера стоит, я уже как-то привыкла. Ну, туалет, ванная, там все, душ. Так вот, ребят, я привыкла уже, я как-то привыкла к негативу уже. Протер камеру. Настюха, как ты вообще, как твое самочувствие? Как вообще, что, как твое именно тут, самочувствие, объясни. Мы тут все хорошо ли у тебя? И я в Питер собираешься? Крутяк. Так бывает в жизни, это случается. Где кочерей, чего она молчит? А я и не задавала таких вопросов, внимательно, адекватные Лера вопросы задаю. Какие адекватные вопросы? Где адекватные вопросы? А какая как бы на все Лера? Вопросы я отвечаю. А, а-ля, не знаю. А, про детство, про Серега, как дела у тебя? Все дела, про алкоголь и курение, я смысла не отвечать. Спасибо. Поэтому забанила тех девочек. Лерка. Да, я их и забанила. Привет из Белгорода, привет. Да, там есть камера, я даже могу вам показать. Прям в туалете и ванной тоже камеры, да.
Как день прошел? Отлично. ЧГ было у нас, ездили. Как ты срешься там камеры? Беру, привет. Сажусь на толчок и сру. Ты очень Колите? Добрый парень. Спасибо. Но открою вам как секрет. Как снимаю, я бываю вспыльчивый. Угораете совсем? Когда меня затронут. Нет, сильно. И вот это адекватные вопросы. Как ты срешь? Да ну что за бред, Лера, мне уже бесит твоя тут разговоры. У меня вопросы, ну не спрашивай, пропускай, что за бред. У меня реально, а мне потом пишут, что ты пропускаешь. Скажи, как и ты. Что ты пропускаешь вопросы? Какие вопросы? Вот эти вот, как ты срёшь. Вы что, неадекватные Лерыны подписчики? Вот, понимаешь? Такая дичь. Я хочу обнимашек, я тоже. Всех забудет, чтобы никто один не остался, ночью не замёрз. Что-то я говорю, мне вот именно, да. Сидишь, срёшь и в душу заглядывают. Да, прям внутрь заглядывают. Ярче, как спорт относится? Пока никак. Мы не замечали, чтобы Лера спортом занималась. А Сереж, ты хочешь, чтобы я с тобой бегала по вечерам? Я, кстати, хотела начать с Валерой побегать, просто я что-то как-то пропустила момент. Ну, я бег запустил, чисто качалку хожу. Конечно, бег очень помогает. Обращай внимание, да пытаюсь. Ты на проекте в отношениях? Нельзя так говорить. Лера, иди. Что делать, если хочется? Маленькая девочка. Ну, нельзя так обращаться, пожалуйста, в моем эфире. Что за гадость? Есть какая-нибудь любимая песня у тебя, может, из последних? О, кстати, на проекте моя любимая песня стала Андрюхи Черкасова. Я люблю смотреть футбол. Бабин потела. Но особо не болею ни за кого. Какой рост? 162, 3. Померяй температуру, не хочу. Отойду. Как дочь? Дочь хорошо. Вчера созванивалась. У дочери родилась сестричка двоюродная. А где все потерялись? Ну, наверное, все где-нибудь наверху. Губами по телу целуешь не смело, а Шерпов больше мне близок, как друг. А вдруг, как друг, сердце рвется на части, в объятиях страсти. Спасибо, Линза. Нет, не Линза. Привет. Неслись к тому, что ты на дом звал. Мама меня проводила. Сережка, пошли мне в душу поцелуй. Для Ины из Ессентуков. Красавица. Ина из Ессентуков, тебе огромный привет с Дома 2. Ой, да. Я сначала не поняла, я что-то часто читаю банан-банан, я сейчас очень похожа на тебя, куколка, спасибо. Что там за родители? Сколько у вас отбой? Безграничное время, во сколько отбой? Можно сейчас лечь спать, а можно хоть до утра. Обычно в 3 утра я засыпаю. Надеюсь, то вы пойдете автоматически победишь ЧГ. Спасибо за поддержку. Ты лучший участник. Ну, я считаю, что... Маринечка, ты идешь на... Я не лучший, но один из достойных. Зачем пришла эфир туда? В личку, ну, что-то построить отношения. Это зачем? Как-то сложновато это делать. Есть выходные на Дом 2 или как-то? Есть выходные? Качался. Зачем ты так это читала? Блюм, тебе друг? Блюм, мне друг. Я сегодня не качался. Приняла. Нет, ну, типа... Подъем в 10. Он мне друг. Удачи на ЧГ тебе. У тебя все получится. Спасибо. Леру я не буду сейчас показывать. Мы с ним в очень хороших отношениях. Почему пришел на Дом 2? Более чем дружеских. Но не в интимных. Ну, потому что развелся с женой, и мне было плохо. Я решил куда-нибудь податься. Штраф мне. Хорошо, я приму наказание. Ну, я хочу сказать кое-что. Накажу тебя. Я покину этот мир, мой. Как сказала мне Алиана. Привет. Каждое матершинное слово будет мне засчитано. Яночка, ты? Я теперь понимаю, что я точно не буду брать. Ты прям изменился, спасибо. Есть любимым подписчикам, которые так ярко меня любят, обсуждают мою личную жизнь. Ну, не знаю, вот есть фильм «Выкуп» российские, посмотрите, я помню, смотрела раньше. Вообще просто шикарные. Классно, если вы были вместе с ним. Ко мне подайся. Я бы хотела индивидуально, а потом с тобой... Зайчик, сколько тебе лет? 30. О, господи, шлюхандра, позорище. Скоро 31. Обязательно пойду учиться, а ты пойдешь нахуй. Уже вас... Мала, нельзя материться в эфирах. Слушай, когда меня тут шлюхой называют, я не хочу... Тебя за это накажут, уже вас... Как ты просто да, отошел нормально. Как там обстановочка? Янусик, все нормально. Я могу слушать спокойно рэпчик. Как ты там? Как часто выходные, зайчик. Как проводишь? Ой, я вообще не меня не обижаешь, я уже научился. Через 15 дней, да. Меня, в принципе, никто не обижал. Через 15? Какое сегодня число? Число?
Не знаю. Число? 16? 16? Обожаешь меня, спасибо. Какое число? Среда была 11, четверг 12, пятница 13, 14, 15 сегодня воскресенье. Реально? Сегодня уже 16 понедельник. Уже 15 дней до дня рождения? Какая ничего фамилия у Леры не услышал? Хуснудинова? Ё-моё, ничего себе. Вот это 14? 15, 14. Сегодня уже 16 понедельник. Тебе, Лиана, симпатично. Да, Лиана симпатична. Так, а читать почему? Покажи почему? Леру, не как, могу как понять, кто она. Сегодня 15-е, 14 сегодня. Уже 15-е. 15-е, она короче. Классная. Не суть, короче, 15 дней до дня рождения не осталось. Задолбали меня, покажи Леру. Такая вот я сегодня. Mm-hmm. Лохматая. У меня все нормально, скучаю. Как... Так смешно, у тебя на телефоне серебряный трактор. Можешь показать свои. У меня все нормально, скучаю, как пчелка. Вот думаю, может заглянуть к вам. Нет, замуж не можно. Ты в Москве заглядывай. 15 число. Сережа, 15 это понедельник. А, 15 это понедельник. Ты прям другой, ты молодец. Спасибо, Яночка. А зря ты убежала. Алиана Габозова. Если вы вздумаете, уявите себе пары, я буду прыгать. Отчасти, не знаю, любит она Габозова, не любит. Самое твое любимое место. Ой, блин, не знаю. Спасибо честно, большое, не за что. А кто вчера ушел на голосование? Извини, не смотрела. Кристина Смирнова, да? С Юрой. Валера не нарадует. Бинго. Никита больше подходит, по-любому были бы вместе, если бы он не загонялся за возраст. На самом деле, как бы, Габозова дело не только земляк. В возрасте, понимаете, если бы мужчина хотел, Осетия. Он бы был со мной, несмотря на мой возраст. Просто есть какие-то еще нюансы, которые, как бы, я знаю, а там кто-то еще знает, вот. Ты то брови есть, как подкрашиваешь? Бы, нет, не подкрашиваю я брови. Брови подкрашиваешь? Тебе же что только не приписали. Конечно, отчасти, очень приятно в таком случае. Ты откуда родом? Краснодарский край. У меня только живот болит, кошмар. Валера лучше. Нифига я отожрался. Они оба очень хорошие. Это оба мои очень близкие. Надо бегать, Валера. Люди, как бы, ну... Лермонтов. Какой это край Лермонтов? Или это сейчас, где Лермонтов? Нет, только не Валера. У вас самая красивая Лиана. Сейчас выложу историю. Я бы не сказал, у нас много девушек симпатичных. Я не в Москве, в Краснодаре свои порядки навожу, мне тоже знаешь, очень жаль. В смысле, знаю. Но все равно рада, что... Лично, если? Тому, что было. Если не учитывать ну, ведущих, да. А чем занимаешься? Я... Смотрю фотки, выкладываешь модель. Я единственная, с кем я чего еще не общалась. Чего ты не ложишься лично. Спать? С остальными общалась со всеми. Ну, мне надо уделить вам внимание, а потом я пойду отдыхать. Ты себе лично женщину это... нашел? Нет, я себе девушку не нашел, жду, когда она ко мне придет. Та самая единственная. Ты действительно раньше на тракторе ездил. Да, я ездил на тракторе, до сих пор умею ездить. Имею удостоверение. Самая клевая это ряска. Да, пожить бы вам с этой клевой ряской, я бы на вас посмотрел. Короче, если увольняться с работы, надо идти на дом 2. Добро пожаловать. Всех ждем на проекте. Любим актера есть. Но на данный момент нет нормальной девчонки, которая тебе подходила бы. А ты к Марго приходил серьезно, она тебе нравится. Да, она мне очень нравилась, но когда она связалась с Сорокой, что-то вообще изменилось мое мнение. Но на голосовании я ее все равно поддерживал. Я работаю и по рекламе мотаюсь. Умничка. Почему со скрипом перестали общаться? Ну, потому что как-то, ну, возрастная категория, скорее всего. Ну, блин, да. А смысл нам общаться? Вот что у нас с ним вообще? Кричать. Его свои дела все свои умеют. Дела. Как познакомилась с ЛСП? Я им концерты организовала. Рязка крутая, она просто сложная. Да и с Никитой тоже. Безус вместе с Милиной, Безус вместе с Милиной. Ну, без Рязки тоже было бы скучно, я вам так скажу. Ирина как и ты, весьма она непростой. Года, общалась. Что больше любишь, платья или что предпочтешь? Люблю, конечно, привет. Ходить в платьях, но предпочту, конечно, я штанышки. Иди к Блюменкранцу, он тебя ждет. Только что была у Сереги в эфире, тебя искала. У тебя от тебя бегут ко мне.
Ну пусть мне будет, это же мальчики. Это очень хорошо. Нет. Ее зовут Наташа. Хотят плохим манерам научиться, слишком хорошим. Самая главная цель твоей жизни. Честно, это карьера. Вот это самое главное такой? В моей жизни. Это вот одно из главных, я сам сделал. Что если есть карьера, есть деньги. Если как есть деньги, то даже в причесон. Сейчас, в нашем 21 веке, идет ли мне такая прическа? Деньги можно купить. Какие у тебя требования к девушке? Если есть деньги, то есть все. Невесте. А Лера мне туда бы... Не знаю, чтобы по внешне понравилось и была честная, да, добрая, это да, кстати, с пониманием. Держится. Чтобы смогла стать моей музой, ну, поддерживала меня во всем. Ты работала где-то, чтобы... Если есть возможность, в чем-то да, я работала учила. В набережных Челнах. Моделью. Какое от Отрадного? Нафиг, как с папой? Идите нафиг отсюда с таким. С поселка Отрадное. Mm-hmm. Как твоя нет, дочь? Честно, все замечательно. Это... Ладно, Серега, скучаю, обнимаю. Доброй ночи. Доброй ночи, Яночка. Пока. Тракторист. Серега с Кубани. Ты милая, спасибо большое. Про карьеру, про карьеру. Что у меня с буквами? А, приветик. А про карьеру тебе правильно не сказала. Тяжело, но в доме все-таки тракторист и участники дома это противоположно. Да, ну как сказать, да. Слушайте, здесь все люди разных профессий. Не все же пришли сюда сразу звездами какими-то. Ну. Очень странно, кстати, что после концерта я начала... Не очень. Я не устраивалась туда, я просто как бы... Там написали, что нужны девчонки там для того-то... А, я даже уже не помню, Сережа. В курсе вообще была в тот момент, когда я увидела историю. Чем занимаешься до дома? Я занимался, семья была, дом строил, работал. Так, а если у девушки дети есть, это помех? Я думаю, нет. Гирики, ответ, пожалуйста. А, Сереженька, удивительно, что ну, ты... Ну ничего такого нет. Скучного там тоже нет. Уже я у нас проекта будет фан-встреча? Ой, Сережка, недавно совсем проводили фан-встречи вроде Капа. Живешь яблоко. Он был я что-то подзажрался сегодня, наелся печенье, чего ну, себе знаю, не позволял. Честно, не знаю, с чем я смотрю на свой живот больше. И ужасаюсь. Просто до этого, до так что я хотела надо опять заниматься жестче. Привет, Изазова, привет, Азова. Я смогу.